В Семее состоялось открытие второго корпуса перинатального центра. Это бывшее здание центральной городской больницы, которое было передано на баланс перинатального центра. В здании преодолен капитальный ремонт в рамках программы «Дорожная карта». Объект рассчитан на 85 мест, оснащен современным оборудованием. Созданы все удобства для беременных. В официальном открытии корпуса приняли участие глава города Бахытжан Баяхметов, руководитель управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области Ермек Умарбеков. В 2016 году хирургический корпус бывшей центральной городской больницы был передан на баланс перинатального центра. И вот теперь, после завершения капитального ремонта, здание открыло свои двери для рожениц. Проект реализован в рамках программы «Дорожная карта», финансируемой областным акиматом. В данном корпусе, состоящем из 5 этажей, здесь будет на 85 коек развернуто физиологическое отделение. Значит, все тяжелые женщины, дети, группы высокого риска, будет рожать в первом корпусе, который находится рядом с нами, а здесь будет проходить только нормальные роды. Кроме того, в данном корпусе открыт уже сегодня, работает первые сутки, это ЦСО, Центральное стерилизационное отделение, которое раньше у нас не было, и БАК-лаборатория. В открытии корпуса перинатального центра приняли участие аким города Бахытжан Баяхметов, глава областного управления здравоохранения Ермек Умарбеков. Они осмотрели учреждение и проделанную в нем работу. Отремонтировано, полностью оборудовано, имеется реанимационное отделение, операционный блок, реанимационное отделение обеспечено кислородом, имеется 13 родильных залов, мы сейчас это все покажем, 13 родильных залов, да. На сегодняшний день этот перинатальный центр – это реальный подарок нашим женщинам, нашим детям, города Семее. Сумма проекта составила свыше 713 миллионов тенге. Прием роженец начнется уже завтрашнего дня. Аким отметил, что таким образом в семье постепенно реализуются работы согласно поручению главы государства. В соответствии с поручением президента страны Касым-Жомарта Токаева, большое внимание уделяется медицинской сфере. С прошлого года открылось много новых и отремонтировано много объектов в сфере медицины, которые соответствуют мировым стандартам. Перинатальный центр обслуживает не только жителей Семея, но и из близлежащих районов и имеет 3 отдельно стоящих корпуса. Первый из них теперь будет принимать пациенток группы повышенного риска. Открытие третьего корпуса планируется в сентябре текущего года. Саулия Байгалиева, Бердыбек Карымбай, Елжан Макзумов, телеканал Семей.